Весну, здравствуйте! Вас приветствует последние новости. В этом выпуске мы поговорим о юном даровании. Подопечный Валерия Меладзе выразил благодарность поклонникам и звездам, которые его поддержали. 11-летний мальчик из Казахстана стал по-настоящему звездным артистом после участия в российском конкурсе «Голос дети». Он вернулся домой, и его встретил министр культуры и спорта Казахстана, который вручил юному дарованию подарок и поблагодарил за то, что тот достойно представил страну в популярном проекте. Ержан впервые прокомментировал итоги конкурса. Он отметил, что после участия в «Голосе дети» изменилось многое. Теперь его узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане. У него увеличилось число поклонников в Инстаграме, и он бы хотел выразить всем огромную благодарность за поддержку. И он считает, что конкурс прошел справедливо. Об этом он рассказал средствам массовой информации. А нам остается поздравить этого маленького исполнителя и пожелать ему удачи и успехов. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!